Вот и елочка. Друзья, всех приветствуем, кто зашел на канал Игорь, Жанна, мы вместе. А Кирилл? Сегодня у нас и Кирилл, вот конечно. Он. Конечно, как же без Кирилла? Да, мы всегда втроем бы со мной. Вот, мы сегодня приехали в отель Ореста Фестиваль Парк. Сегодня у нас 17 декабря, и сейчас пойдем заселяться. Все, идем заселяться. Побежали! Кирилл, как всегда, первый. Подарочки висят. Все? Угу. Давай тебе подарочки. Ухожу. Заходим на ресепшн. Елочка, Дед Мороз. Вот такой вот ресепшн. И Жанна нас заселяет. На, изучай. Карта. Хорошо, что у меня капюшон. Да. Анимационная программа стоит у нас на стойке, обновляется каждый день. Это на сегодня. Вечернее в ресторане. Что бильярд, мини-диск, просмотр, ресторан. Это там, где питаемся. Да, в цифре 7. Вторые сутки карточкой наличные. Да, удобно. Карточкой. Ну, ребенок, как красивый, хочешь браслет? А? Надо тебе браслет? Оказывается. Подожди, давай посмотрим, считай. Питание шведский стол оказывается исключительно в самом ресторане и только в определенное время. Вынос блюд в ланчбоксе возможен при оплате этой услуги в размере 1000 рублей. Все, ну здесь, в общем-то, все, в общем, где, какие вот платные 1000, услуги входят, какие бесплатные, все, что входит. Все, на обратной стороне карты. Все, идем смотреть номер. Пошли. В углу. А может браслет? Заходим. Включаем свет. Карточку, наверное, вставлять. Нет, она сейчас. А здесь не включается. Алло. А вот. Все, наш свет. Ух ты, Кирюшка! Я обвалю тебя кровать! Вот такой большой-большой прихожая. Кстати, мы взяли улучшенный номер, стандарт улучшенный. Так. Свет, конечно, мало. Тапочки есть, два полотенца и тапочек. Всех не видно. Вот такая большая ванная комната, унитаз, душевая кабина, какая-то дверь, зачем неизвестно, фен, раковина, ну и в общем-то здесь чуть-чуть мыло и шапочки, все, что здесь есть. Так, вода-то есть? Вода есть. Вода есть. Ну, идем смотреть дальше. А тут что? Ира. Не знаю. Работает. О! Ух ты! А здесь, смотрите, как аккуратно. Здесь балкон из туалетной ванной комнаты. Балкон и вот вид с балкона. Ну, помылся и насладился. Молодец. Помылся и насладился. Да, очень скользко. Закрываем полотенце.
Складно получилось, да? Смотрим теперь номер. Куда вещами? Тумбочка. Вода. Блин. Двухспальная кровать. Ну, что теперь? Два торшера. Две приставные тумбочки. Опа, холодильничек. Холодильничек, естественно. Мини-бар есть, но этот мини-бар, если не ошибаюсь, платный. Сейчас пойдем. И вот они, наверное, цены, да, на мини-бар, Жан? Да? Что, чего? Вода 90 рублей, вода детская 60 рублей, кола 90 рублей. Какая кола? Настоящая? Адреналин 140, вода 5 литров 180, шоколад Риттер Спорт 200. Ну, цены. Батончики в ассортименте 80, киндер сюрприз 120, фисташки 150, арахис 70, мармелад 90. Чипсы 140, жевательная резинка 50. Ну, то есть вполне нормальные еще, цены. Да, вполне еще разумно. А здесь это что, у Кирюхи будет вот такая полуторная большая кровать? Да. Ой-ой-ой, Кирюха. Она практически как наша, двухспальная. Да, может, вы с Кирюхой здесь, а я буду на этой один. И да. Вот с зеркалом. Смотри. Это и мы. Какой мы. Легкий номер. Мы здесь. Ура. Да. Мы на месте. Вот такой вот. Прикольный стульчик. Трюмо и выдвижная. И у вас тоже есть по выдвижной. Вот такой вот номер. Это стандарт улучшенный. Фореста фестиваль парк. Ну, потом мы скажем, за сколько мы забронировали этот номер, сколько он нам обошелся. Ну, а сейчас мы идем за вещами и чуть-чуть прогуляемся по территории. Это настоящий холодильник сладостей. Игорь, холодильник сладостей. Да, 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 давайте еще покажу этот холодильник сладостей. Не знаю, будет видно, но, наверное, увидите. Вот такой вот. Это что в мою будет? Там холодильник есть сладостей. Два Кирюха, вот там вот лежит прайс-лист. Если ты хочешь, чтобы это было твое, ну тогда... Плати. Плати, да? Все, идем за вещами. Да? Да, вон туда теперь. Вот да, водонапорная башня. Там у нас получается... Заезд и выезд. Это вот карта у ресепшена. Первый корпус, где находится ресепшен. Идем. Куда вы хотите, а? Идем. Идем прямо пока. Где прямо ресторан? На елку? Покажи нам, где ресторан. Это вечерний отель Фореста фестиваль. Ресторан 7. Кирюха, а слева что у нас? Слева здание вот это что? Вот это? Да. Это парковка, как я помню. Нет. Парковку мы прошли. Это мы заехали, вот. А мы сейчас вот здесь идем. Так. Вот спа-комплекс направо. Летнее кафе налево. Летний бассейн налево. Корпус 2, 3, 4 налево. Спа-комплекс туда пойдем сегодня. Это вот там вот. Вот туда вот. Так. Это первый. Налево повернете, и там будут 2-3-4 корпус. А вот этот получается спаку. Вот это вот. А это тогда что? Спа-комплекс справа. А вот это? Ну, спа-комплекс мы еще пойдем. Это летний бассейн. Вот там еще указатель. Сейчас мы посмотрим. Алло. А завтра пойдем на коньки. Ну хорошо, что хоть сегодня тепло. Правда, ветра много. Нет, ветра нет практически. Ветер есть? Нет, практически нет. Так. У меня он весь лист порвал. Коттеджи. Света, наверное, Жанна, я. Коттеджи. 5, 6, 18, 27. Направо. Вилла Фореста на прямо. Так, коттеджи 5.31. Да. Непонятно куда. Вилла Фореста. Спа. Комплекс направо. Пейнтбол налево. Дело в том, что я все равно не дома, мы уехали. На вот это вот коттеджи. Вот это? Да, это вот коттеджи. Вот, смотрите пока. Мы где-то вот сейчас вот здесь. А уже можем на неделю тогда позвонить и посмотреть. Игорь, мы сейчас вот здесь.
Мы идем вот сюда. Идем. Да, ну я говорю, просто сейчас вот эти дни. Смотри, куда мы идем. Да, да, вот мы коттеджи как раз, видишь, прошли. Два столбика. За экскурсию. А что эти домики? Вот эти коттеджи, да? Да, это коттеджи. Да, их тут вон, посмотри, сколько. Ну, сколько. Ну, говорю, а вот эти вот корпуса, получается, вот там 2, 3 и вот это 4. Угу. Ну, да. Какие же они похожи, да? А что вот это за 701? Вот. Коттеджи направо. 7, 17, 28, 31. У вас еще 500 рублей штраф. Нет. А тут теперь полосы. Заметенная там пушка. БМП. Пушка. Ты не лезь, ты не в тех сапогах. Да вот здесь проходит есть. А вот горка, наверное, здесь катаются на этих. А вот он, да, походу. На только тюбинг. Надо где тюбинг-то брать. Прокат там рядом с этим. Куда ты полез? Иди сюда, завтра сходишь. Вечерняя территория отеля. Друзья, не забывайте подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Ну а мы постараемся показать вам все, что есть в этом отеле и рассказать о нем. Там битва что-то проходит. Там птица излетает. А тут видишь, еще вот туда дорожка идет куда-то дальше. Там птица летает какая-то. Вот можно почитать, что это за здание. Ну, показать. Тут вилла, детская площадка, зоопарк. Зоопарк вот этот слева. Вот он, детская площадка, зоопарк. Вилла Хеннесси. Ёлочка, олени. Фореста фестиваль парк. 4 звезды. И детская горочка. Иди Давай. Иди вот здесь теперь. Нет, вот здесь нормально. Здесь не глубокий. Левее уходи. Вот стой. Попадем, посмотрим. Так, зоопарк направо, пруд направо, банный комплекс направо, детская площадка направо. Это корпуса? Да, вот он, наверное, да, похож на ресторан. Мы его нашли. Сейчас зайдем, посмотрим, что там. Ох, как тут красиво-то. О, да. Thank you.
мини-клуб. Уважаемые гости, вы развивайтесь перед тем, как зайти в мини-клуб. Эмеральд Холл. А, вот здесь, наверное, представление, анимация. Да, давай пройти, посмотрим. Да, похоже на... И елочка уже, все. Новый год скоро. Ну, в общем, друзья, тот бар платный. Ну, а мы идем наверх. Шведская линия, завтрак с 8.30 до 11.00. Так, обед с 13.00 до 15.00, ужин с 18.00 до 20.30. Все, и здесь еще идет это промежуточное питание, да? Да. Ну, пойдем зайдем. Так. И вот такой вот бар. Выносить еду и напитки со шведского стола запрещено. Нету? Так, вино красное и белое. Какой у тебя коктейль? А, тут вот. Так, а это у нас что? Это коньяк. Это коньяк, это водка, а это виски. Коктейль сделать тебе? Вот. Все это есть. Так, а виски с колой можно разбавлять? Да, так, виски кол... это кола с собой. Понятно. Тогда коньяк. Все. И вот такой вот небольшой зал. Вот Кирюха. Соки, кофемашина. Ну и вот небольшие здесь вот такие. И вон пицца есть, мужчина. Перекус. Мужчина с горячей водой, кофе, да. Сейчас будет. Не, я никак не наливаю. Яблоко хочу. Пожалуйста. Бери. Кирюша, сейчас мы пошлем, что мы запиваемся. Да? Ну что, давай, Жанна. Давай за приезд. Кирюша. За приезд. За хороший отдых. А кто мне нужен? А они только у них такие, с соседом все лет. Ну, извини. Труба, шар, мяч. Все, Кирюха? Все, 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 друзья, отдых начинается, все, оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии. А колокольчик? Колокольчик обязательно. Это мы поднялись на второй этаж, здесь два бильярда, вот такая приятная обстановочка. Бар я здесь не знаю, насколько платный, не платный. Никого здесь нет, ничего здесь не видно, не слышно. Ну и здесь никого нет. Фотосессия. Здесь еще зал. Это мы вот поднялись еще выше. Здесь караоке, наверное, какой-то. Здесь еще вот какой-то зал. Кто-то может выступает. А там есть что-то с той стороны? Нет, там ничего. Пока здесь все идет уборка. Книжки почитать. Да. Так, а здесь игровые автоматы. Игровые автоматы принимают только специальные жетоны, которые можно разменять в обменном аппарате. Вот. Аппараты не принимают монеты, скрепки, печенье и другие предметы из ваших карманов. За поломку автомата несут ответственность родители наших маленьких гостей. Оплата ремонта начисляется на номер комнаты. По умолчанию, если автомат не работает, сообщите об этом на ресепшн отеле или в пункт проката. То есть это платно.
Что? Идем, выходим? Угу. Все, выходим. Так, вот здесь вот вывеской все, что чего проходит. Ну и Жан тут прочитала, что морковку для жителей зоопарка можно приобрести в ресторане. 150 грамм, 100 рублей. Фильм был есть. Ой, «Чарли и шоколадная фабрика», кстати, очень хороший фильм. Идем? О, я знаю, да. Дом телефона, видишь, экскурсии. Которые, я тебе говорил, взрослые по 400 рублей, школьные по 400 рублей. Конечно, мы пока еще все не посмотрели, все не увидели, но все покажем днем. Еще днем пройдемся и еще все покажем. А вот это вот детская комната. Сейчас там детки играются. Днем зайдем, посмотрим. Вот такая приятная обстановка в отеле. Идем изучать отель дальше. Как быстро потемнело. Да, о, ужасно, как быстро потемнело. Вот еще карта. О, тут написано уже дальше. Четвертый корпус мы где? Вот он, четвертый корпус справа. Вот, видишь? Вот просто какой. Мы шли по этой дороге. Да. А надо в Ливии. Вот, вот как раз вот мы были. Вот они. Угу. Техника. Угу. О, нет. Я пошли, получается, вот так, вот туда, да, через площадки. А где зоопарк-то? А зоопарк? Зоопарк с другой стороны. Где пруд, там. Ну, в общем, завтра днем мы еще будем вот разбираться. Зоопарк. А коту где? Вот где мы шли, вот там и были. Кирюша говорил, птички прыгают в клетик там. Жаль. В вольерчике. Где? Чего? Ну, это. Коток. Угу. Вот как раз мы проходили виллу Хеннесси. Не знаю, где коток. Коток был написан вот тут. И где коток? Ну, Кирюха, это летняя. Это летняя. Это летняя схема, а сейчас же зимняя. Ну туда получается четвертый, туда дальше. О, корпуса. Второй и третий. Когда в бассейн пойдет. Тут какие-то летние бары. Летние кафе, да. Я надеюсь, я лучше не сломал. Вот теннисный корт, летнее кафе. Вот это летнее кафе. Надеюсь, что что-то видно. А у нас, кстати, окна выходят сюда. Вот на это как раз у нас территория выходит окна. И вот мы уже подошли к первому корпусу. Как тут? Банный комплекс. Он там тоже левее, что ли? Там где-то банный комплекс. Справа что тогда было? Ну, банный комплекс, я не знаю, мне кажется, банный комплекс платно. Это банный комплекс. Вот он, да, каток. И вот он каток, да? Точно. Да, это каток. Ну, каток, конечно, я бы сказал. Ну, как Кирюша, самое нормальное. Он почищенный. Зато. А, ну тут замёрз. И вот это вот каток. Ну что, друзья, вот зал, ресторан шведской линии. И сейчас мы пройдемся и посмотрим, что, чего и как, что здесь есть.
А вот здесь вот детская, вот видишь даже. Да, детская зона. Мультики. Видишь, тут детская зона. Давай тут присаживайся. Ну, ты хоть за это. Ну, Сань, присаживайся, там детское меню. Это детский стол. С него мы и начали. Рис, наггетсы, как раз котлеты куриные, картофель фри. Ну, зал не очень большой. Там бар, мы уже его показывали. Так, это самообслуживание, да? Приборы берем сами. Так, соленье, варенье. Киви, апельсины, груши, мандарины. Круассан с паштетом. Здесь непонятно, что написано. Меканзе чего-то, буженина. Горчица, майонез, хрен, сметана, кетчуп. Здесь у нас огурцы, помидоры. Забыл. Салат, салат. Куском и индейкой. Морковь по-корейски. Салат. Что-то какой-то джави. Непонятно. Так. Овощной крем-суп, лапша куриная, второе, котлеты куриные на пару, цветная капуста на пару, перейдите с овощами в сливочном соусе, говядина печеная с луком, картофель с дольками, вот что подписано, спагетти, болоньезе, рис с овощами, мята с грибами и сыром и карбонат запеченный. А здесь что-то жареное. А что здесь будет? Такое вот хорошее. Ладно, попозже подойдет. Если положите? Да. А? А? Если положите. Давай, клади. Это разные добавочки. Ну и пицца. Сейчас пройдем дальше. Ну, а здесь просто стаканчики, пока нет ничего. Сейчас мы дождемся, возьмем и пойдем. Ну, смотрите. Кофемашины. Две штуки. Третья не работает. Сладкий стол. Вот такой вот. Ну, есть что выбрать. Идем сюда. Здесь соки для детей. Ну, и не только для детей. Ну и все, четвертый кофе машин тоже не работает. Все, идем ужинать. Ну, в общем, вот так вот мы взяли по чуть-чуть. На ужин два супа, суп пюре и куриное и большое разнообразие мяса. Да. А где вообще? Жар! Мы пришли в спа-комплекс. Игорь! Игорь! Это мы опять? Игорь! Вот такие большие рыбешки тут. Вот такие. Размером большие. Размером свою руку. Да больше, чем на, твоя рука. Игорь, Терешина. Ты посмотри, какие там рыбешки. И сейчас мы пойдем купаться. Как у вас? Трое. Трое? Да. Да, вот сейчас такой вот. Да. Она разрывается. Да, да. Одеваю. Бой. Прикольный такой ресепшн. Да, она. С аквариумом. Да? Ты сумку свою оставила. Игорь, тут есть там цитрусы, как у нас. Так, а где, куда проход? Туда? Нет. Где? Сейчас спросим. А проход? Ну, спасибо. Нам надо... Идем. Прикольно. Очень прикольно. Потом будешь снимать. Так, здесь мужская раздевалка.
И вот мы пришли в спа. Друзья, мы пришли в спа. Это детский бассейн. Сейчас посмотрим, насколько здесь тепло. Но вода теплая по ощущениям. Что еще здесь есть? Ну это ледяная ванна по запаху. Да мы посмотрим. Ой, ё-моё! Да, действительно, это ледяная ванна. Это только после... Вот этого вот всего надо проходить сюда. Это ледяная, Кирюх. Так, это у нас что тут? Высокотемпературная сауна. Что-то написано, нифига ничего не видно. Ну, это, наверное, тоже впечатление вот такое вот. А это у нас травяная сауна. Ну, это уже взрослый бассейн. Вверху там тренажерный зал. С видом на воду. Так, сейчас минус 29.30, 65. И вот такой вот бассейн основной. Ну, сейчас, Кирюхи, надуем на рукавнички и пойдем купаться. Людей мало. Можно так приезжать в будние дни. Ну, естественно, мы смотрим все. Так, у нас здесь финская сауна. Если вы разберете, что здесь написано. Бедра обливайте с холодной водой, душ. Ну, здесь людей много, это турецкая баня. Там немного, один человек. Сауна соляная. Так, здесь у нас био-сауна. Ну, а здесь вот такой вот небольшой кафе. Пойдем в соляную сауну зайдем. О, замечательно, здесь жара столько нету, света достаточно. Я думаю, GoPro сможет отснять и показать вам это все. И хороший вид. Есть, конечно, вид. Хорошо. Хорошо, когда хорошо. Здесь можно также прилечь и отдохнуть. Посмотрим. 1.60 этот бассейн. А? 1.60 этот бассейн.
бассейн. Тут теплее бассейн. Теплее, теплее. Ой, грибок. Высокотемпературная сауна, жар. Вот я там побывал высокотемпературный, сейчас иду в холодный бассейн. Ух, ух, блядь! Ух, зашибись. Отлично. Еще раз. В общем, смотрите, друзья, сейчас время 22:15, ничего не работает, то есть 20:30 получается, закрывается ресторан и все закрывается, то есть ничего здесь больше нет. Платные бары, все это тоже закрыто. Так что вначале тусуетесь здесь, а потом уже идете в спа, который работает до 23:00. Вот где-то как-то так. И ничего вы здесь больше сейчас не найдете. Не знаю. Написан третий этаж, но он закрыт. Ну все закрыто. Сейчас на ресепшене что узнаем? Сейчас узнаем на ресепшене, что чего и как. Но пока как-то вот так вот. Мы зашли, посмотрели и как-то вот так вот. Непонятненько. То есть лучше бы мы потусовались бы, да? Угу. Надо было сидеть в ресторане до 8:30, потом идти в спа. Ну а мы сделали по-другому. Ну ладно, завтра еще есть время, сделаем по-другому. Ну, в общем, друзья, вечер наш не закончился. Мы решили покататься, выйти на коньках. Так как мы коньки с собой взяли. Вот. Сейчас покатаемся на коньках и пойдем спать. Так что не забывай подписываться на канал, ставить лайк, писать комментарий. Ну и до новых встреч на канале. Все. Пока. Все. Кирюха первый раз на коньках. Первый раз Кирюха встал на коньки. Смотри, Кирюх, берешь вот так вот, вот так вот, и отталкивайся. Типа, Кирюха падает. Ну, я что-то выхожу. Плюшку опускай, да, что-то хотя бы стоишь. Вот первый раз. Мы учимся. Так, вперед! Вперед падаем, молодец! Бочком ставь. Вот, молодец. Клюшку вверх не поднимай. Смотри, Кирюх, берешь вот так вот, вот так вот, и отталкиваешься. Тихо, вперед падаем. На полусогнутых. Так легче. Клюшкой чуть-чуть упирайся, тогда будешь...
поддерживать себя. Иди по короткой дистанции, правее. Вот этот, конечно, такой, такой хороший. Вон есть. Жанна, как мне отталкиваться? Ногой, одной, второй. Чуть-чуть мысочек можешь. Можешь чуть-чуть ногу согнуть. И толканулся, поехал. Толканулся, поехал. Не иди, едь. Толкайся ногами. Вот. Поехал так. Нормально. Хотя бы я сейчас на задницу падаю. А нет, не на спину. Смотри, как Игорь едет, толкается. Видишь ногой? Нога полусогнута вовнутрь. Смотри. Смотри. Когда ты тут... Я давно тоже не стоял. Смотри, берешь вот так вот, вот отталкиваешь. Вот так вот отталкиваешь. Одной, второй ногой. Тормозишь? Клюшкой ставь, держи ее. Не оттолкнуться от чего-нибудь надо. К бортику иди. Уха! Тихо, тихо, тихо. А поскользнуться может каждый. Толкнулся, на одной ноге поехал. Толкнулся, на другой поехал. У меня не получается. Получается. Опа! Что? Все, завтра не идем на коньки. Подымай его, опять рукой той же ударился. Давай. За руку поводи его. Ай-яй. Клюшку, тихо, тихо. Клюшку будешь брать? Кирюш, ну ты не балуйся. Вперед, наклоны, ноги вперед. Тело вперед чуть-чуть. И коленки полусогнуты. Ну, бывает, что ж теперь. Вот так чуть-чуть ногу ставь и вот так толкайся. И следующий. Вы в свое время не падали, когда учились на коньках кататься. О, ух ты! Ты прям какой-то этот сделал вираж. Вираж какой-то сделал на полусогнутых. Уже какие-то ты фигуры делаешь. Во! Уже фигуры какие-то делает. О! Толкнись хоть тихонечко, молодец! Молодец!